Предлагаю приготовить ленивые хачапури на кефире. Выпечка простая, но очень вкусная. Обязательно попробуйте. Для приготовления можно брать совершенно любой сыр. У меня сегодня рецепт с адыгейским. Выпечка нежная, ароматная и очень вкусная. Понравится и детям, и взрослым. Хачапури можно подавать как основное блюдо, закуску или обычный хлеб. Готовят его и на праздники, и в обычные дни. При этом лепешку едят как в холодном, так и в горячем виде, в зависимости от того, как именно она была приготовлена. Яйцо 4 штуки. Сыр 200 грамм. Кефир 5 столовых ложек. Мука 100 грамм. Сода 1/3 чайных ложки. Зелень по вкусу. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Количество порций 3. Подготовьте все ингредиенты. Яйца взбейте с солью и перцем. Добавьте кефир и соду. Перемешайте, добавьте тертый на крупной терке сыр. Перемешайте и добавьте муку. Зелень можно добавить любую сезонную. Тесто готово. А теперь нам предстоит самая интересная выпечка. Для приготовления лучше выбирать сковороды с антипригарным покрытием. Но можно обойтись и обычной. Главное смазать ее маслом. Выливаем часть теста на хорошо разогретую поверхность, накрываем крышкой и выпекаем на среднем огне около 5 минут. Затем переворачиваем и повторяем процесс. Из того количества ингредиентов, которые указаны в начале рецепта, можно приготовить 3 хачапури диаметром 22 см. Ленивые хачапури на кефире готовы. Приятного аппетита!